В 2018 году зафиксировано 8 случаев хищения велосипедов. Из них раскрыто 4 преступления. В минувшие выходные сразу 2 велосипеда были украдены в 45-м доме 4-го микрорайона. 12-летний Иван Ершов рассказал нам, что использовал велосипед для посещения репетитора. И сейчас ему некомфортно пешком ходить на занятия в другой конец города. Это отнимает много времени. Просто пришел со школы, хотел с мамой идти в магазин. Уже переоделись, все, уже хотели уходить. И тут я замечаю, что велосипеда нет. Я немного расстроился. Пошли домой, взяли все документы и пошли в полицию. Они все выслушали, объяснили, рассказали. И я доволен, как работает Десногорская полиция. По словам стражей правопорядка, зачастую воры – это люди низших социальных слоев, ранее судимые и имеющие проблемы с алкоголем. Они стараются сбыть похищенный транспорт в первые же дни за небольшие деньги и купить себе спиртное. Также в этом году были зафиксированы случаи, когда дети брали чужой велосипед просто покататься и не возвращали его, не понимая всей серьезности и ответственности своих действий. Полицейские напоминают, чтобы не лишиться велосипеда, нужно соблюдать простые правила. Хочу обратиться к жителям города Десногорска с просьбой относиться бережно к своему имуществу, в том числе к велосипедам. Желательно хранить велосипеды по месту жительства в квартире, либо принимать меры, препятствующие хищению данных велосипедов, то есть пристегивать велосипеды к поручням, лестницам, не оставлять свои велосипеды без присмотра на улицах, возле магазинов, библиотек, дворца молодежи часто стоят велосипеды, которые находятся без присмотра, ни к чему не пристегнуты, что может привести к хищению данных велосипедов, к хищению имущества граждан. Также рекомендуется сохранять технический паспорт на велосипед и чек, свидетельствующий о покупке. По возможности сделайте фотографию транспортного средства. Это окажет большую помощь в розыске, если велосипед похитят. Если вы все же стали жертвой злоумышленника, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью в органы внутренних дел. Своевременное сообщение о краже поможет полицейским раскрыть преступление по горячим следам. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.